Друзья, всем привет! Сделали надувной ринг компании Time Trial. Вот впервые его надуваем. Ринг был сделан, как здесь написано, для Федерации бокса. Город Большой Камень. В чем плюсы такого ринга? Во-первых, он мобилен в дутом состоянии. Его можно брать с собой на мероприятие. А также, если у вас недостаточно места в помещении, то можно в любой момент его сдуть или надуть, когда проходят соревнования и так далее. Вот одно из решений. Не нужно делать какой-то тяжеловесный, большой, основательный ринг. А можно сделать надувной. Вот. Практически надут. Мы сейчас с вами увидим, как все это выглядеть будет. Ринг сделан из ПВХ. Если не ошибаюсь, 750 грамм на метр квадратный. Сам шатер над рингом сделан из ПВХ ткани, 400 грамм, ну, дабы облегчить конструкцию. Ну и не дать осадкам, если вы занимаетесь этим на улице, не дать осадкам замочить, собственно, ринг и площадь, на которой проходят соревнования. У нас можно заказать, в компании Time Trial можно заказать любой ринг, любой с точки зрения размеров, комплектаций. Да, он оказался таким большим, что нам даже помещения мало. Ну вот, собственно, как он выглядит. Конструкция внутри. Прям фонарь, да,